победой. За счет чего удалось выиграть сегодня? Ну, огромное желание, самоотдача, ребят. Ну и использовали моменты свои. Что не получилось в первой игре? Ну, забивать один гол как бы тяжело выигрывать. Ну и провалили начало, первый период. Просто провалили. Сегодня как раз после первого периода ввели две шайбы. На что делали упор ребятам после перерыва? Да играть так же, показывать эту же такую же игру, какое было задание, ребята выполняли его. Но подвели удаление, игровая дисциплина.